сегодня у нас недовольные предприниматели. Здравствуйте, предприниматели. Вышли показать депутатам, что может случиться, если уберут их нерабочие места. Я так понимаю, что несколько депутатов городского совета призывают к тому, чтобы люди вышли на улицу и занимались блошиными рынками вместо своих торговых точек. Я надеюсь, что такого не будет. Я надеюсь, что мы не вернемся в 2000-е и в 90-е годы. Я надеюсь, что все-таки будет мир в нашем городе. Дмитрий, сегодня же мэр дал месяц моратория, люди снова вышли, договорились. Абсолютно верно, это мирная акция, люди вышли показать, что они есть. Мэрия пошла на уступки, слава богу. Нам очень приятно, что нас слышит власть. Ну, вы все-таки решили еще раз напомнить, да? Мы позвали людей в том плане, чтобы они просто показали, что они есть, чтобы депутаты не забыли за них, чтобы решение все-таки было принято сегодня на сессии.